Окей, всем привет, народ. Сегодня почти 15 октября. Приехал я на Кейп Кад, а конкретней Кейп Кад канал. Очень интересное место для рыбалки. В принципе, соединяет два бэя, Кейп Кад Бэй и Базард Бэй. В прошлом веке его сделали, судоходный канал, как бы сокращает путь кораблям проход. Ну, в принципе, это не важно. Важно то, что очень хорошее место для рыбалки. То есть сюда заходит хищник, в основном страйбесс, причем очень большой. Ловил я уже месяц назад, думал, я подгадал все, но не получилось у меня, ничего не словил. Как бы даже местные тут ловили, я не видел ни одной рыбы. Ловят всегда на спаде, когда падает, когда отлив, потому что большое течение. В основном ловят или на лайф ил, на угря, или джигают со дна. Я буду сегодня джигать, сейчас покажу, какие джиги. Немножечко апгрейднулся. В прошлый раз я пользовался где-то 3,5-4 унцы. Было тяжело достать дно. Если не достаешь дно, в принципе, и не словишь. Поэтому сегодня будут 4,5-5, там посмотрим. Нитку используют 40 паундов где-то, флюкарбон поводок. Так что посмотрим, что получится. Во всяком случае, планирую ловить сегодня здесь. Что будет завтра, увидим. Ну, окей, ребята. Такой джиг называется Sand Eel. По-нашему, песочный угорь. Будем пользоваться им в начале, в темную. Потом с утра в основном народ пытается ловить на папоры всевозможные. Насчет удочки, 10 фит одна у меня, ламиглаз Fast Action. Вторая 10,6 Mojo Sand Croid. Возьму две, посмотрим. Окей, на воде. Сколько мелкой рыбы, а? Рысь. Блесну я, зацепил, не хочу терять.
Может, лабстера еще достану. Вот. Ух, бля. Я прямо в сетку лупанул. А в ней лабстер. Вау. Ага. Окей, народ. Ничего я ночью не взял. Фух. Вроде бы и рыба была. Прыгала. Гоняла мелочь. Я думаю, небольшая блуфиш. Народ стоит вот. Что бросают, интересно. Тут не ловил никогда. Джиги небольшие. Плохая вот вода такая белая. Ребята, сидит. О, хорошо. Yes. Опа. Товарищ. Даже не знаю, кто пока. Ух. Пойти ближе туда, что ли, как-то. По-моему, наш человек. Бы не уйти, еще бы туда. Ух, ох, скользко. Да, небольшой страй, по-моему. Блять, тут, конечно, очень, ох, скользко. Ох, ох. Скулы, страй, да. Кулбинс. Хоть что-то, блин. Хоть что. О, малыш вообще. Малыш. Ух. Ох. Страй, моя. Давай. Расти. Да. Окей, ребята, ловлю на дайва. Мино такой. Пробуем в белой воде. Аж туда вон. Опа, за волну. Пошел, дружище. Небольшой, но товарищ скулер такой.
Но скулер. Ух, эх, ушел. Да, конечно, я приехал не за такими сюда. Там ребята все стоят, пытаются взять хороших. Ну, что-то у меня не получается там. Проловил всю ночь. Ух. Джигал. Швырял все подряд. Ноль. Ноль. Опять. Ух. Хоть какой-то экшен, ребята. Хоть какой-то экшен. Да ну кому? All right, guys. Keep cold stride, boys. И вперед. Ушел. Очень хорошо работает на страе. Разный цвет. Такой вот, почему пользуюсь здесь. Тут, в принципе, живец такой бегает. Мелкий макрел, да? Примерно такого же размера, такой же расцветки. Ес, ес, ребята, ес, фишон. Фишончик, давай, иди ко мне, мой дорогой, дорогущий. О, все тот же товарищ маленький. Да, 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 отпущу сейчас туда, дружище. Малыш, расти. Ну, детей я половил, теперь маму хочу словить. Йос, йос. Ну, это не мама. Опять брат какой-то. Ух, да давай, остановись, братишка. О, yes. Man. Ugh.
Окей, ребятня. Живи. Опа. Ну вот местные ребята джигают. В принципе, я пользуюсь тем же самым. Тот же Sandy Hill. А у них висят. Да. Bluefish. Два неплохих строя. Молодцы, ребята, молодцы. Они тут с ночи, не знаю, на что они взяли. Местные рыбочки. Опять же, ловлю то же самое, те же самые папоры. Ну что, день еще не закончился, народ. Посветили тут, грибы пособирали пару часов. Это самый край Кейп Кода. Увидел, птица играет вообще суперски. Бум, вон она. Смогу я туда забросить, не знаю. Сейчас попробуем на бэктейл закинуть. Пошвырять немного. Что у нас получится, не знаю. Но может что-то и получится. Мысок тут более-менее как бы... Более-менее, конечно, не очень, но вода более fishable. Такая, ближе к страйбесовой. Ближе к страйбесовой такая. Как раз. Ох, вот туда. Закончился первый день. Я почти сутки не спал. Подустал немного. Поеду в гостиницу, отдохну. Завтра планы поехать по южному побережью. Пару мест есть неплохих. Буду пытаться словить страйбеса опять. Как бы сегодня то, что планировал, не получилось. Ну, хотя бы каких-то карандашей 5-6 словил, да? То есть я, правда, не за ними ехал. Можно и в Нью-Джерси их ловить. Ну, окей. Ничего страшного. Хороший день. Собрали грибов, наверное. Не знаю. Бедер 5, если не больше. Так что увидимся завтра. Все. Всем привет. Второй день. Приехал на самый южный пик Кейп Кода. Будем пробовать ловить. Погода неплохая. Ветер такой серьезный. Восточный, северо-восточный бьет. По идее, должно быть неплохо. Сейчас посмотрим. Одел костюм. Вроде когда подъезжал, видел на берегу, какие-то ребята рыбачили. Будем пробовать. Наверное, начну бактейл. Потом посмотрю. Может,
Мину Дайва, это SP, работала вчера. Очень даже неплохо. Прекрасные вью такое. Вот эти паромы едут на Марта Виньярд. Отличнейшее место для рыбалки. В следующем году я 100% поеду на Виньярд. Глянем. Ого, ветерок хороший. Тут надо осторожней, тетя Света. Я не знаю, как ты будешь. Не вижу другого места половить. Есть каменная гряда. Китайцы ловят на краба, наверное, blackfish. Карте тут одно местечко выглядело неплохо. Ну и кто-то ловит, побросаем тоже. Местные говорят, ловят блуфиш большую. Я что-то видел, вон там вот далековато прыгнул. Сейчас попробуем. Бобр немножко. Чуть-чуть половлю. Взяли. Ух. Уе. Уе. По-моему, блуфиш, guys. Блуфиш. Блуя. Ух. Not bad, not bad. Not bad. Хороший блуфи. Ух. Боже. Ха-ха-ха. Дэм! Damn it! Oh my goodness. But it was a blue fish, yeah. He'll come back. I know. God damn it! Зараза укусил, ребята. Хороший, большой blue fish. Или хотя бы что живет здесь, ребята. Blue fish хороших размеров. Просто была такая, думаю, 15-18 паундов. Ушла прямо под берегом. Ну хорошо, останемся, попробуем. Раз есть. Окей. Окей, народ, взяла вот на такой вот. Рыбы меня привезло на Род-Айленд. Подъехал вон там вдалеке маяк, а он спуск в воде не разрешает. Так я тут быстренько набрал пляжик какой-то. Вот неплохо выглядит. Волны, белая вода. Нету. Ну как бы уже времени 3:30, мне ехать домой еще,
попробую здесь половить чуть-чуть, ребята. Чуть-чуть половлю. Посмотрим, что было. Дрова.